Добро пожаловать на канал HardRestInfo. Перед нами устройство Samsung Galaxy Tab S8 Plus. И сейчас я покажу вам, как на этом устройстве войти в режим Recovery. Итак, для этого нужно наш планшет подключить к компьютеру. Сейчас он был у меня подключен к зарядке, а я его сейчас подключу другим кабелем к компьютеру. Нажимаем окей. Так, неважно. Теперь нажимаем и удерживаем кнопку питания и уменьшения громкости. Затем по экрану вот так вот начинаем немножечко водить. После того, как планшет вырубится, нажимаем кнопку уже увеличения громкости. И нажимаем, начинаем удерживать. После появления логотипа Samsung отпускаем питание, но продолжаем удерживать громкость. И мы попали в режим Recovery. Отлично. Теперь с помощью кнопки уменьшения громкости мы двигаемся, увеличение громкости двигаемся вверх, и с помощью кнопки питания подтверждаем любой из пунктов. Что ж, на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания.